Итак, после сборки нужно проверить отсутствие замыкания. Если идет замыкание, то напряжение будет невысоким, полвольта еще или меньше. Это может быть из-за лишней влаги, либо металлического контакта. Нужно, чтобы отсутствовал любое железо и не контактировал с углем. Ну, проверим активность батарейки. Плюс у нас медь. Так. Ну, вот мы видим. Я меня плохо видно. А, 1.5 вольта. Нужно также следить, чтобы не было замыкания в этом месте. Чтобы уголь не контачил с алюминием. Здесь можно залить даже смолой. Это обрезается. Здесь также нужно, чтобы уголь не контактировал, зачищается, чтобы уголь не имел контакта с алюминием. Все.